Ребят, всем привет! Я готов ответить на ваши вопросы. Я думаю, что у вас их накопилось немало, потому что давненько уже не было роликов таких с конкретными ответами на вопросы. И в комментариях к этому видео вы можете писать вопросы на интересующие вас темы, а также лайкать те комменты и те вопросы, которые вы считаете наиболее интересными. Понятно, что на все вопросы, скорее всего, я ответить физически не смогу, потому что обычно под такими роликами вопросов появляется там где-то, ну, не менее 300, обычно это 300, 400, 500 вопросов. Вот, и я, конечно, отвечаю в первую очередь на те вопросы, которые набирают больше всего лайков. Вот, либо какие-то, на мой взгляд, интересные вопросы, да, которые я действительно не успел раскрыть, да, в каких-то своих роликах, которые действительно, по моему мнению, нуждаются в обосновании, да, прошу не задавать вопросов из разряда «как набрать массу», таких абстрактных, да, вопросов, на которые можно отвечать философски очень долго, что-то более конкретное, да, там, например, там, я не знаю, там, сколько белка в сутки, ну, условно, да, говорю. Пример довольно примитивный, но чтобы вам было понятно. То есть более какие-то конкретные вопросы, на которые можно ответить без лишней философии. Все, ребят, жду ваши вопросы в комментариях к этому ролику и постараюсь в течение недели записать ролик с ответами. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.